Николай, приветствую. Что там, ссылка, которую я вам послал, актуальной оказалась или нет? Я, честно сказать, ее даже не проверял. Ау, отзовитесь, если кто-то меня слышит. Здравствуйте, вас слышно, Дмитрий, слышите меня? да. Ага, хорошо. А то что-то Николай не отзывается. Да. Я только подошел, да, все слышу. Тоже все слышите. Ссылка, которую я вам послал, актуальная оказалась или нет? Я ее не проверял, честно сказать. Я еще не посмотрел, а вы давно послали? Наверное, вчера ночью. А, мне письмо не пришло. Письмо не пришло К прямо? сожалению, вроде да. А как такое может быть? Сейчас я проверю, может, я его Может, это не вы пропустил. меня просили? Нет, вроде бы вы это Я были. Если вы просил, да. просили, то я на это письмо должен был ответить. А, ну я проверю сейчас. Смотрите, почту пришло оно или нет. Там мне не очень актуально уже сейчас смотреть эту ссылку. Просто хочется понять, доходят ли письма. Так, пока суть до дела. Третья минута сейчас дойдет, и мы начнем. Нет, к сожалению, письма у меня что-то нет. До этого все доходили вроде. Вот это мистика. Да, буквально секунду я сам еще посмотрю, если оно у меня отправлено. Да, похоже, я его забыл из черновиков вынуть. Сейчас посмотрим еще раз. Угу, да, судя по всему, это так и есть. Да, забыл его из черновиков вынуть. Но ничего страшного, значит, я отправлю, когда эта лекция закончится, обе ссылки сразу. Окей, Спасибо. не за что. Так, все, теперь можно начинать. Теперь только вернуться бы на место. Как бы это все закрыть нафиг. Закрылось. Так, ну поехали. Значит, в прошлый раз последнее, что мы сделали, это проверили, что любое дискретно нормированное кольцо является кольцом главных идеалов и, соответственно, определяет функцию ВП, которая, будучи представлена в виде показателя экспоненты, определяет неархимедово нормирование, дискретное неархимедово нормирование на поле частных нашего кольца. Значит, и определили, как ВП от дробного идеала посчитать. Значит, теперь мы займемся следующим важным классом колец, который, собственно, и будет для нас основным в течение всей оставшейся части семестра. Это так называемые Дедекиндовые кольца. Определение теоремы. Значит, Нётерово-целозамкнутое кольцо О называется Дедекиндовой областью. Я буду писать ДО аббревиатуру. Если выполнено одно из трех эквивалентных условий. Собственно, теоремная часть заключается в доказательстве эквивалентности этих условий. Условие номер раз. Любой ненулевой простой идеал в нашем кольце максимален. Условие номер два описывает Дедекиндово кольцо через локализации. Для любого ненулевого
Ростова и Джиала. Соответствующая локализация есть дискретно нормированное кольцо. Значит, и, наконец, третье условие состоит в том, что если мы выберем какой-нибудь дробный идеал, давайте в латинской аббревиатуре FI будем обозначать. Я напомню, что К-маленькое – это стандартное обозначение для поличастных. Имеет место формула и в минус первый помножить на i равняется нашему кольцу, где и в минус первый i – это произведение. Мы для любых O-подмодулей внутри поля K умеем определять произведение. Это линейная оболочка всех мономов типа левый сомножитель из одного идеала, дробного идеала, правый сомножитель из другого идеала. Я напоминаю определение. Так вот, если вот эта формула выполняется для любого дробного идеала, то наше кольцо называется Dedekindовым. Итого три условия, и наша задача – это доказать то, что эти условия эквивалентны. С самого начала наше кольцо нет целозамкнутая область, напоминаю. Значит, оно довольно сильно ограничено. Условия Dedekindовости – это в геометрических терминах говоря условия одномерности. Значит, это в каком-то, даже не в каком-то, а в точно определяемом коммутативной алгебре смысле – это одномерное кольцо с достаточно хорошими локальными свойствами. Давайте доказывать. Значит, ну, во-первых, свойство быть неотеровой целозамкнутой областью сохраняется при переходе к локализации. Мы это уже проверяли. То есть ОП – это тоже Dedekindово, тоже неотеровой целозамкнутая область. Значит, пусть теперь у нас есть какой-то простой идеал внутри локализации. Поскольку он букву И обозначается, я словами пишу, что он простой. Про идеал, который обозначается буквой П в любой этой самой, в любой видимой форме, мы считаем, что идеал просто от природы. Значит, пусть и это не нулевой простой идеал. Значит, по определению в кольце ОП имеется единственный максимальный идеал. По определению локального кольца. Я напомню, что он состоит из представителей всех дробей, в которых в числителе сидит что-то из идеала P, а в знаменателе что-то вне идеала P. Значит, тем самым наш простой идеал сидит внутри этого единственного максимального идеала. Поскольку именно в силу единственности такового. Значит, тем самым мы можем вычислить пересечение нашего идеала с кольцом О. Я напомню, что кольцо О сидит внутри ОП, и все они вместе сидят в поле частных К. Значит, это тогда получается, что это пересечение сидит внутри ПОП. Пересеченное СО, каковое есть П. Значит, и тем самым мы можем обратно посчитать идеал И, который есть, как мы знаем, пересечение СО, помноженное на ОП. Это для любого идеала выполняется, не обязательно просто. И это идеал внутри ОП с самого начала, а и пересечение СО – это идеал внутри О. И эта формула у нас справедлива для любых идеалов. Значит, обращаю внимание на то, что пересечение из О – это не нулевой простой идеал в О. И тем самым, значит, пересечение из О
это сидит, поскольку он сидит внутри P, он совпадает с P, потому что все не нулевые простые идеалы максимальные. То есть и пересеченное со это максимальный идеал, и тем самым, поскольку он находится внутри P, это P сам P и есть. Значит, тем самым мы делаем вывод, что пересечение нашего случайного выбранного простого идеала с О совпадает с нашим идеалом P, а тем самым сам наш идеал И совпадает с ПОП, и мы проверили свойство 2. Мы начали с произвольного простого идеала и обнаружили, что этот произвольный простой идеал совпадает с единственным максимальным, что и доказывает, что свойство 2 выполняется. Это простая проверка. Теперь давайте проверим, что из второго свойства следует третье. Значит, пусть И это у нас на этот раз дробный идеал, который сидит в поле частных. Обещал использовать аббревиатуру, но в этот раз забыл ничего. Дальше уже не забуду. Значит, давайте выберем какой-нибудь простой идеал ГО. На всякий случай напомню, что он простой. По предположению, ОП – это у нас дискретно нормированное кольцо. Значит, и поле К, естественно, его поле частных тоже является. Поле К является поле частных всех локальных колец. Значит, тем самым, поскольку ОП дискретно нормированное кольцо, К его поле частных, у нас тем самым определена функция ВП от идеала. Функция ВП, которая первоначально у нас определена на поле. Значит, давайте теперь выберем набор образующих в нашем идеале. Кольцо Нетерова это можно сделать, это будет конечный набор. Пусть это набор образующих нашего дробного идеала. Все аиты, все сидят в поле К. Тогда ВП от идеала это ВП от какой-то из образующих. И можно считать, что от первой, без ограничения общности. Значит, теперь давайте рассмотрим набор АИТ поделить на А1. Очевидно, что из предыдущего свойства следует, что это все элементы локального кольца ОП. Первый из них равен просто единице, остальные все сидят в ОП. Теперь пусть Y это у нас общий знаменатель, ну скажем, произведение. Значит, это все напомню еще раз, что это элементы поля К, которые в поле частных кольца О. Тогда Y у нас не сидит в идеале P, благодаря вот этому вот свойству. Значит, все эти знаменатели не находятся внутри идеала P. Значит, мы знаем, что Y помножить на АИТ и поделить на А1 у нас целый элемент, поскольку Y это общий знаменатель.
И тем самым мы приходим, наконец, к окончательному выводу, что Y поделить на 1 у нас сидит в идеале обратном к нашему. Действительно, на какой образующий идеал И этот элемент не помножь, получится целый элемент, значит, по определению Y поделить на 1 – это элемент И в минус 1. Ну и тем самым, значит, мы приходим к выводу, что Y есть элемент произведения. Поскольку А1 внизу сидит в нашем идеале И, тем самым Y принадлежит произведению. Просто это следует из предыдущей формулы. Еще мы можем сделать вывод, что это произведение не сидит в идеале P. Поскольку мы с самого начала выбрали этот идеал P и обнаружили, значит, что Y, который по природе у нас не сидел в P, сидит в произведении. Значит, произведение не может содержаться в P. Что в нем есть элемент, не содержащийся в P. Только что мы этот элемент построили. Поскольку это верно для любого P, это означает, что произведение есть просто кольцо O. По определению произведения И на И в минус 1 находится внутри О. Это следует из определения идеала, дробного идеала И в минус 1. Ну и значит, поскольку оно ни в одном, при этом не находится ни в одном, не содержится ни в одном простом, он же максимальный идеал, значит, то самое, то. В смысле, не содержится ни в одном простом идеале, это означает, что это целое кольцо, что это произведение, это само кольцо О. Это верно для любого вообще идеала. Для любого вообще простого идеала. Тем самым все мы это проверили. Значит, из пункта 2 следует пункт 3. И, наконец, последнее, что надо проверить, это то, что из пункта 3 следует пункт 1. Это на самом деле пункт 3 – это очень сильное свойство. Для того, чтобы мы можем, если, по-моему, для произвольной области, если это справедливо, то эта область оказывается автоматически нетровой целозамкнутой. То есть можно просто, кроме условия целостности, никаких условий не накладывать на кольцо. Но если в нем выполнена формула из пункта 3, то это кольцо нетровости целозамкнутости докажется сама по себе. Значит, ну и а также нам надо доказать дедукиндовость. Вот мы ее сейчас и докажем. Значит, итак, последний этап. Значит, пусть и на этот раз идеал внутри О, который прост. И не нулевой. Значит, и пусть он должен содержаться в каком-то максимальном идеале, и обозначим этот максимальный идеал P. Я напомню, что в этот момент мы не знаем, что все ненулевые простые идеалы кольца О максимальны. Мы это только собираемся доказать. Значит, пусть P максимальный идеал, в котором наш И содержится. Значит, тогда, если мы помножим на P в минус 1, то есть не на P, да, если мы помножим на P в минус 1, то этот идеал будет сидеть внутри О. Ну, потому что И просто сидит у нас внутри идеала P, ровно поэтому. А P на P минус 1 – это у нас идеал, который у нас, по крайней мере, внутри, не просто внутри О, а сам по себе кольцом О является. Значит, это включение тем самым очевидно. Значит, мы при этом можем помножить на P. Мы можем свободно теперь производить алгебраические операции с нашими идеалами. Давайте производить. Некоторый набор этих алгебраических операций приведет к ответу. Мы помножим их на P, и тем самым мы получим ответ, что это есть И. Значит, почему? Потому что P
почему это есть и. Сейчас, секундочку. Ну, потому что он содержится в и по предыдущему утверждению, а содержит и по определению, потому что p на p минус 1 у нас содержит единицу. Значит, тем самым у нас имеется вот такое же точное, такое точное равенство. Поскольку и у нас есть простой идеал, который представляется в виде произведения двух идеалов, то, значит, либо один, либо другой сидит в и. Это верно для любого простого идеала. Если он представляется в виде произведения идеалов, то либо один, либо другой сидит в и. Если последнее равенство выполнено, то все уже доказано. Это означает, что мы выбрали максимальный идеал, в котором находится и с ним совпал. То есть природный, от природы только простой идеал и не нулевой оказался максимальным. Значит, соответственно, если правая формула неверна, то правое включение неверно, то левое включение верно. Значит, то есть мы можем сделать вывод, рассмотреть только случай, когда и на p минус 1 у нас сидит в и. Значит, давайте теперь вот эту вот формулу помножим на идеал и в минус 1 p. Значит, и чудесным образом мы получим в ответе, что О у нас сидит в П. Но это есть противоречие. Действительно, слева мы получили два раза и в минус первый, и П на П минус первый, это значит О. А справа мы получили и на и в минус первый, П, это значит П. Тем самым сидит в П, противоречие получено, и третий пункт нами доказан. Значит, и вместе с третьим пунктом доказана и теорема. Но уже видя, как свободно мы совершаем манипуляции, имея в кармане формулу и на и в минус 1 равно о для любого и, можно поверить в то, что я не солгал, говоря, что это очень сильное свойство, и что оно обеспечивает как нетеровость, так и целозамкнутость само по себе, без предположения, что таковое кольцо есть. Хорошо. Значит, давайте теперь двигаться дальше. Очередное определение теоремы. Я их называю то определениями теоремами, то теоремами определениями, и прошу меня за это простить. Следующее определение таково. Пусть теперь О – это у нас Дедекиндова область. Значит, тогда все дробные идеалы в К образуют коммутативную группу относительно умножения. Это уже специфическое свойство Дедекиндова кольца. Операция это и йот, и в минус первый, где и как и йот, так и в минус первый определялись в предыдущем рассказе. Значит, и в минус первый это именно обратно к идеалу, а это произведение идеалов обычно, как определялось выше. Значит, в качестве единичного элемента выступает, естественно, само кольцо О. Надо бы его вот сюда переписать. Значит, ну давайте перепишем. Итак, они образуют коммутативную группу. Более того, значит, мы будем обозначать эту коммутативную группу F от O. Более того, эта коммутативная группа имеет страшно простую структуру. А именно, она свободно порождена простыми идеалами. Не нулевыми, разумеется. Обращаю ваше внимание, что с дробными идеалами картинка
немножко не такая, как с обычными идеалами, потому что в обычных идеалах нулевой идеал – это вполне это полноценный идеал, в то время как единичный идеал иногда удобно вообще идеалом не считать. Это то, что касается идеалов внутри кольца. Что касается дробных идеалов внутри поля частных, то здесь ситуация противоположная. А именно нулевой идеал вообще не принадлежит к числу дробных идеалов. Он не удовлетворяет определению. А единичный идеал, то есть само кольцо О, как О под модуль внутри поля К, это вполне законный дробный идеал и даже играет важную роль единицы в группе дробных идеалов по умножению. Итак, каким образом эта группа порождена ненулевыми простыми идеалами? Значит, порождена, вот так вот можно сосчитать разложение идеала на простые. Пусть, значит, И – это какой-то дробный идеал. Тогда мы можем вычислить разложение этого дробного идеала следующим простым образом. Это из произведения по всем P, которые не нулевые простые O. P в степени VP от I, где VP от I определялось выше. Значит, и при этом это конечное произведение. Иначе говоря, для почти всех простых идеалов P, для данного конкретного идеала I, VP от I равно нулю. Для всех, кроме конечного числа. Значит, более того, мы можем также посчитать, как устроена локализация нашего дробного идеала. Локализация дробного идеала – это просто произведение его на ОП. И тот, и другой являются О под модулями в К. Так вот, это произведение задается ожидаемой формулой. Это есть P на ОП. Это единственный максимальный идеал нашего локального кольца. Степень VP от I. И Шришна говорит, что степень VP от I – это произвольное целое число. Она может быть как положительно, так и отрицательно, но если она равна нулю, то просто соответствующий фактор, соответствующий сомножитель вообще у нас не входит в это произведение. Значит, таким образом, структура этой группы предельно проста, и более того, все соответствующие показатели вычисляются через числа, целые числа VP от I, или, если хотите, через то, как выглядит пересечение произведения наших идеалов с локальным кольцом, то бишь локализацией наших идеалов. И легко видеть из этой формулы, что в дискретно нормированном кольце все идеалы суть просто целые степени, все дробные идеалы в дискретно нормированном кольце, в поле частных дискретно нормированного кольца, суть просто целые степени максимального идеала. Ну, точнее сказать, положительные степени максимального идеала или положительные степени идеала P в минус первой, или, наконец, единичный идеал. Давайте проверим. Значит, доказательства. Ну, групповая структура ясна из формулы и на их минус первой равно О. Тут и доказывать ничего не надо. Значит, пусть теперь и у нас какой-нибудь настоящий идеал, не дробный. Мы не будем предполагать его простоту, значит, будем, естественно, предполагать то, что он не нулевой, чтобы он дробным тоже являлся. Мы сначала разложим дробные идеалы, которые находятся внутри О, ну а потом очевидным образом разложатся и дробные идеалы, которые находятся вне О, ибо каждый дробный идеал может быть помножен на общий знаменатель, и мы получим настоящий идеал.
Тем самым, значит, надо уметь разлагать только, только идеалы внутри О. Мы сначала, значит, чтобы получить дробный идеал, разложение дробного идеала, мы разложим его произведение на общий знаменатель, а потом поделим на разложение главного идеала, порожденного общим знаменателем. Вот. Так что идеал внутри О надо разложить. Ну, это делается без труда, значит, потому что мы можем, наш идеал можно загнать в максимальный идеал. Прошу прощения, значит, и у нас сидит в каком-то идеале P1, каковой есть максимален. Каким-то образом можно выбрать такой P1? Разумеется, их может быть много. Значит, пусть и действительно сидит в этом максимальном идеале, значит, тогда мы можем написать формулу, что и на P1 минус 1 у нас сидит внутри О. Это мы просто на P1 минус 1 помножили вот это вот включение. Благо мы, благодаря свойству докинутого кольца, мы можем свободно все включения и равенства множить на любые другие дробные идеалы. Значит, теперь давайте посмотрим на вот этот вот идеал. Если он тривиален, то и равняется P1, и мы наше разложение завершили. Значит, теперь, если же он не тривиален, то он, в свою очередь, сидит внутри еще одного максимального идеала. При этом это может быть тот же самый максимальный идеал. А может быть и другим каким-то максимальным идеалом. Опять же, если здесь у нас имеет место, мы помножим теперь на P2 минус 1 и рассмотрим идеалы P1 минус 1 на P2 минус 1. И опять-таки, если этот идеал тривиален, то мы получили разложение для идеала P. Он выглядит как P1 на P2, напоминаю, что P1 на P2 могут совпадать. Если же этот идеал не тривиален, то мы его можем дальше включить, какой-нибудь P3 и так далее. И благодаря свойству неотрывности нашего кольца эта цепочка оборвется. То есть в некоторый момент полученный идеал сделается тривиальным, и мы получим искомое разложение. На этом все и заканчивается. Это означает, что наша группа F от O действительно порождена простыми идеалами, и при этом каждый идеал представляется в виде конечного произведения вида ПИТ в степени ЕИТ. Ну, я уже сделал, ранее высказал замечание, что то же самое верно и для дробных идеалов. Помножим на общий знаменатель и потом по отдельности разложим числительный знаменатель того, что получил. Значит, тем самым эта группа, порожденная P, мы пока что не проверили, что она свободно порождена. Значит, любой идеал, дробный идеал I есть конечное произведение того вида, как мы писали. Окей. Значит, теперь давайте посмотрим, как соотносится группа F самого кольца O и группа F его локализации. Значит, давайте выберем какой-нибудь P, простой идеал O, и рассмотрим очевидное отображение F от O в F от O P, которое состоит в том, что мы и отображаем его локализацию. Значит, это сюрреективное отображение по одной из самых ранних
теорем нашего курса. Значит, любой простой идеал в локальном кольце может быть представлен в виде ИОП, где И – это идеал в самом кольце. Для этого достаточно взять идеал в локальном кольце и пересечь его с основным кольцом. Мы его пересечем, и тогда можно при обратном отображении, значит, он у нас вернется назад. Мы это проверяли чуть выше. Тем самым это сюрлитивное отображение, и очевидно, оно является групповым гомоморфизмом просто по конструкции. Значит, все, что надо проверить, это его инъективно. Значит, давайте проверим. Пусть Q у нас какой-нибудь другой идеал. Значит, который отличается от нашего идеала P. Раз он отличается от нашего идеала P, значит, он не может в нем сидеть. Поскольку все ненулевые простые идеалы у нас максимальны. Это по первому определению Дедекиндова кольца. А это означает, что если мы... Да, давайте это в ФИП обозначим, это отображение, чтобы было как с ним работать. Значит. Тем самым мы видим, что идеал ФИП от Q, каково есть идеал в ОП, у нас содержит обратимый элемент. Ибо образ относительно фи любого элемента вне идеала P обратим. А в Q содержится какой-то элемент вне P. Это образ от X такого, что X у нас сидит в Q, но X не сидит в P. Значит, вот он, этот обратимый элемент. Это означает, что любой идеал такой, любой такой Q сидит в ядре. Опять-таки по определению. Значит, ну а теперь само кольцо ОП – это дискретно нормированное кольцо. И значит, все его идеалы имеют вид ПОП в какой-то степени. Это полный список всех идеалов локального кольца. Ну и тем самым, значит, F от ОП – это бесконечная циклическая группа, которая порождена ПОП. И на этом доказательство завершается. Мы уже знаем, что группа идеалов нашего кольца О порождена простыми идеалами, и мы видим теперь, что при отображении в группу идеалов локального кольца, которая изоморфна Z, у нас все идеалы, кроме того, который стоит в индексе, обращаются в ноль. А тот, который стоит в индексе, переходит, собственно, в единицу этого кольца. Это заканчивает доказательство. Значит, здесь мы можем заметить, что в этот момент мы можем сделать вывод, что ВП от элемента обращается в ноль
для всех, кроме конечного числа идеалов P. До этого этот вывод был неочевиден. А вот сейчас он уже сделался очевидным. Значит, теперь давайте мы будем разбирать ситуацию, с которой мы всегда будем работать во всем дальнейшем. Значит, это ситуация расширения. Значит, К большое. Ну, опять, базовое кольцо у нас называется О, К большое над К маленьким. Это конечное сепарабельное расширение. Не обязательно ГЛУА. Значит, степени N. Нам удобно иметь обозначение для этой степени. ОК, соответственно, его кольцо целых, то есть целое замыкание О в К большом. Значит, и дальше мы будем иметь дело теперь всегда вот с этой вот ситуацией. Значит, я забыл на прошлой лекции доказать и даже сформулировать третий пункт теоремы про вот это вот расширение, а именно, что если О – это неотерово целозамкнутая область, то и ОК тоже. Но в записках у вас это есть. Да, я как раз хотел сказать, что это короткое элементарное доказательство, я включил в записки, что означает, что я не буду сейчас тратить время на его проведение на доске. У вас отнимет 3 минуты прочесть это доказательство в записках. Поэтому я думаю, что тут можно остановиться. Там простые манипуляции, значит, с конечностью. Ну, я напоминаю, что одно кольцо цело над другим, если оно представляет собой конечно порожденный модуль над этим кольцом, значит, и конечно порожденное кольцо цело над другим, если оно представляет собой конечный модуль над этим кольцом. ОК по очевидным причинам конечно порождено над О, потому что К большое конечно порождено над К маленьким, и соответственно, значит, конечная порожденность как модуля соответствует целостности. Ну, дальше дальнейшие рассуждения проведены в записках. Значит, а мы перейдем уже к следующим теоремам. Значит, и следующая теорема у нас будет теоремой номер 17. Значит, ну, давайте сначала не теорема, давайте начнем с определения. Значит, мы сейчас определим решетку. Значит, а именно решетка в К это конечно порожденный О подмодуль. Я не помню, не давал ли я уже этого определения в самом начале нашего разбора. Ну, пусть будет в качестве курьеза, давайте я потрачу пару минут на проверку, не фигурировало ли это определение уже раньше. Давайте посмотрим. Мне это смотреть несколько неудобно. Ну, то самое. Ну ладно.
Бог с ним, значит, в крайнем вроде случае. Вроде не было. Вроде не было, да. Решетка в канаве, это где-то в самом начале раздела, третьего раздела должно быть. Если в самом начале нету, то значит нет. Значит, пусть решетка в К это у нас, значит, что такое решетка в К? Это конечно порожденный О под модуль в К. О под модуль, обращаю ваше внимание, не ОК под модуль, а О под модуль в К. О у нас сидит в младшем поле К, а решетка у нас сидит в старшем поле К. Значит, это порожденный, конечно порожденный О под модуль, который содержит какой-то базис векторного пространства К над К. Значит, что тут можно сказать по этому определению? Ну, во-первых, вопрос к аудитории. Если n у нас равно единице, что представляет собой решетка в самом К маленьком? Это, обращаю ваше внимание, конечно, порожденный О под модуль в поле К маленьком, который содержит базис, а поскольку поле К маленькое имеет размер с 1 над самим собой, то это означает, что этот подмодуль не нулевой. И тем самым мы имеем не нулевой, конечно, порожденный О под модуль в поле частных нашего кольца О, что в свою очередь означает, что это дробный идеал. Тем самым, если n равно единице и поля К большое и К маленькое совпадают, то определение решетки совпадает с определением дробного идеала. Дальше же они начинают меняться, потому что, еще раз, решетка в К большом не является модулем над кольцом ОК. Она по определению является модулем только над кольцом О. Естественно, если среди модулей над кольцом ОК тоже имеются решетки, например, само кольцо ОК является решеткой. Значит, но это узкий класс решеток, а широкий класс решеток – это все, конечно, порожденные О под модули в К, которые имеют достаточно много образующих. При этом, ну, то есть, которые содержат базис, там, не имеют достаточно много образующих. Образующих можно хоть миллион накидать, но они содержат базис этого векторного пространства. Значит, я обращаю ваше внимание, что решетка не обязана быть свободным О модуле. Она может быть свободным О модулем, может быть не свободным О модулем. Значит, это уж как повезет. Значит, если наше кольцо О имеет специфические свойства, например, является областью главных идеалов, то решетка действительно будет свободным модулем. В частности, базовый случай, когда О равно Z, а К это конечное расширение поля Q, там все решетки будут, естественно, свободными над Z, поскольку любой, конечно, порожденный модуль над Z без кручения, а кручение не может быть, поскольку это подмодуль в поле, является свободным. Но при этом, значит, если O это не Z, это какое-то кольцо, которое не является кольцом главного идеала, то тут решетки не обязательно свободны. То есть, если мы выберем какое-нибудь поле алгебраических чисел, в которых кольцо целых не является кольцом главных идеалов таких полей, хоть залейся, значит, и будем рассматривать его расширение, то кольцо целых старшего поля К над кольцом целых младшего поля К может и не быть кольцом, может и не быть свободным. Пример не так легко, кстати, привести. Если у меня будет случай, я этот пример приведу. А если не будет, то его можно найти в литературе. Неочевидный пример, на самом деле. Хорошо. Значит, теперь давайте едем дальше. Значит, во-первых, мы можем применять локализацию не только к дробным идеалам, как мы раньше применяли, но и к любым решеткам. Локализация у нас будет относительно младшего кольца. Иначе говоря, значит, такое будет обозначение, что если n решетка, а p простой идеал в младшем кольце, то по определению NP у нас будет произведение N на OP. Произведение где? Внутри поля К. N у нас сидит внутри поля К.
И ОП тоже у нас сидит внутри поля К. И внутри поля К можно рассмотреть определение. На самом деле это обозначение вполне себе актуально не только для решетки, но и для любого подмодуля о подмодулях К. Значит, это у нас будет определение. Теперь давайте следующую теорему. Мы теперь будем изучать решетки. Работать с решетками нам даст все структуры, которые нам необходимы при изучении конечных расширений полей алгебраической системы. Итак, теорема. Пусть N решетка. Значит, да, надо писать о решетка, потому что давайте мы это зачеркнем и напишем о решетка. И вообще и здесь надо тоже написать о решетка, имея в виду, что это, конечно, порожденный о модуль. Почему я исправил обозначение? Потому что у нас еще будут попадаться ОП решетки. Каковы ОП решетки тоже будут сидеть внутри поля К большое. Значит, соответственно, между О-решетками и ОП-решетками надо уметь проводить разницу, поскольку О-решетки и ОП-решетки – это всегда совершенно разные вещи. Ибо конечно порожденный ОП-модуль, ну уж никак не может быть конечно порожден над О. И наоборот, конечно порожденный модуль над О практически никогда не бывает ОП-модулем как таковым. Поэтому класс О-решеток и класс ОП-решеток – это совершенно два разных класса. И надо их уметь обозначать по отдельности. Итак, пусть N это у нас какая-то О-решетка, а P какой-то простой идеал. Во. Мы пока что кольцевой структурой кольца ОК вообще не занимаемся. Все происходит в мире О-модулей. Тогда имеет место следующие два обстоятельства. Если О – это область главных идеалов, тогда N – свободный О-модуль ранга N. И второе обстоятельство, которое мы собираемся проверить, это если N – это О-решетка, то определенный выше НП это ОП решетка. Напомню в очередной раз, что все объекты, которые здесь нарисованы без исключения, суть подмножества, как множество, они суть подмножества поля К большое. Значит, давайте проверим, доказательство легкое. Формулировку забыть трудно, поэтому я это все с доски уберу. Значит, давайте проверим. Ну, сначала пункт 1 проверим, что если О – это область главных идеалов, то М – свободный модуль ранга Э. Значит, ну, во-первых, для ОК мы это уже проверим. В той теореме, в которой я третий пункт как раз забыл доказать и пришлось письменно доказывать. Значит, в первых двух пунктах содержится то, что утверждение первого пункта для самого кольца ОК. ОК – это О-модуль. Значит, мы знаем, что это О-модуль, конечно, порожденный О-модуль, а если его вдруг оказалось кольцом главных идеалов, то ОК – это свободный О-модуль ранга N. Мы это уже проверяем.
Значит, теперь давайте для произвольной решетки будем проверять. Значит, ну давайте, значит, рассмотрим какой-нибудь базис ВОК. Я напомню, что ОК свободен на довод. И какую-нибудь систему образующих N. Вот эти два набора. Значит, теперь пусть А это у нас будет произведение всех знаменателей координат, образующих в базисе. Знаменатель, конечно, дроби определяется неоднозначно, но тем не менее мы любые знаменатели в этом. Произведение знаменателей координат образующих N в базисе О. В базисе ОК, sorry. Образующий базис выбран только что. Значит, тогда из построения видно, что АН сидит в ОК. По построению. И тем самым мы знаем, что N, по доказанной выше теореме, это есть не N, то есть, прошу прощения, АН, это свободный О-модуль ранга не выше, чем ранг ОК, то есть N. Поскольку АН содержит базис у нас по условию, то АН имеет ранг ровно N. Ну и последнее замечание состоит в том, что N и AN, какого модуля не отличаются они из АМО. Что и доказывает пункт 1 теорем. Значит, пункт 2 теорем вообще очевиден. Пункт 2, напоминаю, говорит, что если N это O решетка, то NP это OP решетка. Это мы доказывать не станем, поскольку это очевидно. Хорошо. Значит, в общем же случае, если О – это не кольцо главных идеалов, N не обязан быть свободным модулем, как я уже говорил, даже если N – это само ОК, и даже оно не обязано быть свободным модулем. Все это было, все эти вычисления были справедливы для любых неотеровых целозамкнутых областей. Значит, теперь же мы уже займемся пристальным изучением ситуации, когда наша неотеро-целозамкнутая область, это на самом деле не общая неотеро-целозамкнутая область, а Дедекиндово кольцо. Или Дедекиндово область. Я иногда буду путать, к сожалению, название. Значит,
Теорема номер 19. 19, да, предыдущая была 18 теорем. Да. Отлично. Теорема номер 19. Значит, пусть N... Это любой ободмодуль. К большому. Теперь все раньше у нас все происходило внутри К маленького, а теперь, когда мы разговаривали о дробных идеалах, а теперь у нас все будет происходить внутри К большого. Значит, пусть N внутри К большого, но основное кольцо у нас будет О маленькое, тем не менее. Значит, пусть это любой ободмодуль. Тогда его можно вычислить как пересечение локальных модулей. Заметьте, что у нас вот теперь это Дедекиндово кольцо. Дедекиндова область. Тогда M есть пересечение своих локализаций. То, что N находится, сидит внутри пересечения локализации, это очевидно. Значит, все, что нам осталось, это проверить то, что любой элемент, который сидит внутри пересечения локализации, нам надо проверить, что он сидит в N. Значит, ну, это несложно. Значит, а именно давайте рассмотрим множество И. Множество. Которое будет по определению состоять из всех тех целых чисел, которые у нас загоняют элемент X внутрь N. Очевидно, что И это идеал. Элемент кольца он, О, он ясно, что выдерживает умножение. Значит, теперь, если мы выберем произвольный простой идеал, то мы по условию знаем, что X у нас сидит в NP. Это то же самое, что существует какой-то, что X может быть представлен в виде Y поделить на A, где Y сидит в N, а A живет вне P. И из этого мы можем сделать вывод, что идеал И содержит элементы внутри любого P. Содержит элементы, сори, вне любого P. Ну, действительно, вот он, этот А, у нас элемент вне P, и он содержится в идеале И, очевидным образом, следует из определения. Это означает, что идеал И тривиален. Это, в свою очередь, означает, что единица у нас сидит внутри идеала И. Что я требовал доказать? Если единица сидит внутри идеала И, то X у нас сидит внутри E. Значит, теперь давайте еще одну теорему докажем.
Сейчас, секундочку, я смотрю, в каком порядке их надо доказывать. Так, следующая теорема у нас теорема номер 20. Добрались мы наконец до нее. И это будет теорема определения. Значит, это есть определение очень важного понятия индекса решеток. Мы привыкли к тому, что индекс у вас бывает у групп, и индекс это есть то, сколько раз одна группа помещается в другой группе, условно говоря. Для коммутативных групп это то же самое, что количество элементов фактор группы. Значит, загвоздка с решетками состоит в том, что они, строго говоря, разные решетки друг в друге совершенно не обязаны содержаться. И поэтому нам придется определять индекс для объектов, которые как множество друг в друге не содержатся. Вот. Тем не менее, это нас не затруднит, и мы сейчас этот индекс определим. Значит, индекс решеток. Пусть M и N – две решетки. В K, естественно. Тогда что такое… Что такое индекс? Обозначение будет такое. Индекс n в m относительно кольца O. Значит, это будет по определению, натура этого объекта будет такова. Это будет дробный идеал. Дробный O идеал K. Для K, если есть K маленькая. Значит, итак, M и N – это двери O решетки в K, а индекс – это не число отнюдь, а дробный O идеал в K. Значит, ну или, если хотите, значит, решетка в тривиальном расширении поля K. Значит, то есть мы двум решеткам в произвольном расширении поля K ставим, соответственно, так сказать, решетку, но дробный идеал – это есть решетка в тривиальном расширении, поля K. Как же их определить? Значит, мы определим два этапа, и это общий метод обращения с подобными конструкциями, когда у нас кольца не суть кольца главных идеалов, но как Дедекиндовые области близки к кольцам главных идеалов. Значит, мы по отдельности определим для случая, когда у нас наши решетки свободны и когда они не обязательно свободны. Итак, что будет, если M и N свободны о модуле? Одного и того же ранга n, где n – это, собственно, степень расширения k над k. Итак, пусть они свободны. Тогда индекс мы определим как главный дробный идеал порожденный детерминантом. Где А матрица перехода? Под матрицей перехода я в данном случае разумею матрица, в которой коэффициенты которой суть координаты базиса решетки N по отношению к базису решетки M. Угу.
Все это целые элементы, они сидят внутри кольца О. И вот этот вот детерминант, это есть некий... То есть я прошу прощения, это не обязано сидеть внутри кольца О, поскольку у нас никакого, мы не постулировали никакого взаимоотношения между решетками М и Н, они могут вне друг друга лежать, и поэтому вот эти координаты – это произвольные, рациональные, то есть сидящие его числа. И тем самым элементы этой матрицы – это элементы поля Каманика, а не кольца О. Значит, я ошибочно сказал, что это элементы кольца О. Значит, тем не менее, детерминант – это есть детерминант, это число тоже поле Каманенькое, и оно порождает соответствующий главный идеал, который является в данном случае индексом. Теперь общий случай. А тут мы воспользуемся следующим трюком, который, собственно, и представляет себе базовый метод работы с Дедекиндовыми кольцами, а чуть более прагматично с глобальными полями. А именно мы определим локально наш индекс, а потом перемножим. По определению это будет вот что. Это очень красивая конструкция. Есть произведение по всем простым идеалам P, не нулевым. Индексов локальных решеток. Это будет идеал P в степени. Идеал этот P, это настоящий идеал, он идеал кольца О. А вот степень вычисляется через последствия локализации. А именно это будет ВП от локального индекса. Локальный индекс считается, естественно, по отношению к локальному кольцу. Вы спросите, почему это определение, чем оно лучше, собственно, в смысле, чем оно хорошо, и почему нельзя было сразу так определить? Сразу так нельзя было определить, потому что мы только для колец главных идеалов. Ну, не для колец главных идеалов, а для решеток, которые суть свободные модули. Если бы было кольцо главных идеалов, то можно было сразу определить, что любая пара решеток являлась бы парой свободных модулей. Но О у нас не обязательно кольцо главных идеалов, и поэтому мы вынуждены использовать кольца главных идеалов, которые с ним связаны. Эти кольца главных идеалов – суть ОП. Все АП – суть дискретно нормированные кольца, и тем самым кольца главных идеалов. И, соответственно, локальный индекс мы можем посчитать по вот этой вот формуле, как детерминант. А дальше мы делаем следующее. Смотрите, детерминант – это дробный идеал для кольца ОП. Будучи дробным идеалом как для кольца ОП, он дробным идеалом для О не является. Но дробный идеал для кольца ОП представляет собой бесконечную циклическую группу. И поэтому мы можем у любого дробного идеала кольца ОП есть P-показатель, который этот дробный идеал полностью определяет. Так вот, мы берем вот этот локальный индекс, считаем его P-показателем, а P-показатель – это уже не идеал нигде, это число. И мы теперь можем вернуться обратно к идеалам в кольце О. И вот мы, собственно, это здесь и сделали. Взяли этот идеал для каждого P, мы взяли этот идеал и возвели его в степень, которая есть целое число, и которая определяется уже локализациями на нашей решетке МН. Значит, разумеется, нам надо эту формулу доказать. Во-первых, в смысле, нам надо не доказать это определение, а проверить корректность этой формулы. Значит, для того, чтобы проверить корректность этой формулы, мы должны убедиться в том, что это конечное произведение. Давайте проверим. Значит, ну, во-первых, почему для свободных решеток это корректное определение? Заметьте, что оно зависит от матрицы, а матрица, в свою очередь, зависит от выбора базисов. Ну, потому что если мы будем выбирать базисы над кольцом О, то
значит, матрица эта обратима и имеет целые коэффициенты. И по этой причине матрица перехода, собственно, не обязана иметь целые коэффициенты. Если мы поменяем базис, то матрица перехода помножится на матрицу перехода от одного базиса к другому внутри одной решетки. А вот матрица перехода от одного базиса к другому внутри одной решетки, она таки имеет целый коэффициент. Значит, матрица А сама по себе коэффициенты из поля К имеет, зато если мы заменим базис, что в левой решетке, что в правой, в обоих случаях у нас новая матрица перехода будет произведением старой матрицы перехода на целочисленную матрицу. И поскольку эта целочисленная матрица при замене базиса обратима, то это означает, что ее детерминант – это есть обратимый элемент кольца О. И тем самым идеал, который порождается детерминантом, не зависит от выбора базиса. Сам детерминант зависит, он будет умножаться на обратимые элементы кольца О. Но от умножения какого-то числа на обратимый элемент идеал порождаем этим числом никак не поменяем. Вот. Тем самым для свободных решеток наше определение корректно. Теперь давайте общий случай рассмотрим. Значит, общий случай – это означает, что решетки N и M не обязательно свободны. Значит, давайте мы выберем два базиса. Первый базис у нас будет состоять из элементов, которые содержатся в M. Значит, свободный модуль, натянутый на этот базис, у нас содержится в M. Разумеется, он не обязан совпадать с M. Если бы он совпадал бы с M, то M был бы свободен. Мы этого не предполагаем, но некоторый базис, значит, некоторый базис, который является базисом поля K, большое над К маленьким, у нас внутри решетки М содержится по определению решетки. Аналогично для N. И тоже свободный модуль, порожденный элементами Y, который у нас... Пусть этот свободный модуль, в свою очередь, содержится внутри решетки N. Значит, и Y тоже базис. Значит, еще раз повторяю, что как свободный модуль, натянутый на x, так и свободный модуль, натянутый на y, суть подмодули соответствующих решеток, но которые не обязаны, однако, с ними совпадать. Теперь давайте рассмотрим какое-то множество образующих M. И можно считать, что это множество конечно. Образующих я имею в виду как у модуля. Значит, они уже не являются линейно независимыми внутри векторного пространства, не обязаны являться, но M зато порождают. Значит, это конечное множество, и если мы рассмотрим их координаты по отношению к вот этому вот базису x, так вот, эти координаты
лежат в локальном кольце ОП почти для всех простых идеалов П. А что вот это вот означает, что идеалы у нас лежат в локальном кольце? Это означает, что если мы эту решетку помножим на ОП, то наши образующие будут порождать тот же самый модуль, что и свободный модуль, натянутый на элементы базиса. Потому что это будет означать, что любая образующая выражается через элементы X и T с коэффициентами, которые лежат в ОП. Во, они не обязаны лежать. И в общем случае не лежат. А вот в ОП для всех идеалов, кроме конечного числа, они лежат. Что в свою очередь означает, что то самое, что для всех, кроме конечного идеала П, и значит для таких идеалов П у нас имеет место МП, есть свободный модуль, натянутый на X и T индексом P. Иначе говоря, если M и свободный модуль мы помножим на OP, то они у нас совпадут. То же самое, естественно, верно про Y, T и N. Это означает, что для всех P, кроме конечного числа, индекс у нас локальный индекс. Концепция индекса зависит от того, над каким кольцом рассматриваем, поэтому я вынужден приписывать ОП справа, так же, как раньше только что приписывал, так же, как раньше только что приписывал О. И тем самым, значит, для всех P, кроме конечного числа, вот этот локальный индекс вычисляется через детерминант одной и той же матрицы. Что это за матрица? Это матрица перехода от базиса Y, к базису X и T. Напомню, что базис X и T и базис Y и T выбраны были с самого начала и ни от какого выбора идеалов не зависит. Вот. Для всех P, кроме конечного числа, это те P, для которых наша решетка M совпадает с свободным модулем, порожденным фиксированным базисом после локализации. И еще некоторое количество P, повыкидывав, мы добьемся, чтобы для всех оставшихся P, которые суть все P, кроме конечного числа, у нас имеет место вот это вот форма. То есть локальный базис может быть таким, локальный индекс может таким способом подсчитан. Значит, и более того, для всех P, кроме конечного числа, может быть еще большего конечного числа, этот идеал тривиален, поскольку соответствующий детерминант это есть некий элемент поля К, и он может быть необратим только для конечного числа простых идеалов. А для всех остальных простых идеалов этот детерминант обратим, и тем самым порожденный этим детерминантом идеал локально тривиален. Это означает, что сомножитель, отвечающий локализации относительно ОП, для всех ОП, для всех П, кроме содержащегося вот в этом несколько увеличенном, возможно, по сравнению с П, которые понадобились для того, чтобы унифицировать решетки, увеличенным, чтобы убить уже
сам по себе этот детерминант сделать тривиальным для всех оставшихся P. После того, как мы это сделали, мы видим, что в формуле, которая приведена в качестве определения, действительно перемножать понадобится только конечное число идеалов внутри O, и тем самым наша теорема будет доказана. Все, это мы с блеском это доказательство завершили. Следующая теорема, которую я приведу, она вспомогательная. Она покажет, как эти индексы себя ведут и каким образом их можно подсчитывать. Значит, из нескольких пунктов она будет состоять. Первый пункт состоит в том, что индекс транзитивен. Значит, второе свойство отражает то, что индекс решетки самой себе тривиален. Я напомню, что само кольцо О играет роль тривиального дробного идеала в поле Камани. Значит, теперь давайте посмотрим, что будет, если у нас классический случай. Одна решетка сидит в другой. И мы хотим посчитать индекс меньше решетки в больше. Значит, во-первых, этот индекс в этом случае как ожидаемо цел. Значит, и при этом равенство выполняется тогда и только тогда, когда они совпадают. Значит, и так, если одна решетка сидит в другой, то индекс это целый идеал ВО, и этот идеал тривиален тогда и только тогда, когда это одна и та же решетка. Это тоже совершенно ожидаемое свойство. Значит, можно еще частный случай, когда О – это целые числа. В этом случае индекс легко считается, в этом именно пункте, когда одна решетка сидит в другой, если также относится сюда, и О при этом равно Z, то индекс NVM по отношению к Z, это есть не что иное, как главный идеал, порожденный обычным индексом. Эти решетки в данном случае, значит, то самое. Суть просто абелевой группы, одна из которых содержится в другой. И у них есть обычный индекс. Этот индекс – это число, но индекс решеток по нашему определению – это идеал, поэтому надо взять главный идеал, порожденный этим числом. И последнее свойство. Если у нас имеется какой-то эндоморфизм поля К, не эндоморфизм, прошу прощения, а автоморфизм. Линейный автоморфизм. Не обязательно автоморфизм полей совершенно. Да, линейное
отображение. Тогда оно не меняет индекса. Ну, что опять-таки совсем не удивительно. Если одинаковое растяжение применить к обеим решеткам, то понятно, что индекс одной и другой не должен поменяться. Значит, я не буду доказывать, поскольку оно очевидно следует из предыдущей, из определения предыдущей теоремы. Ну, точнее, не из предыдущей теоремы, а из теоремы, которая характеризует, как устроены дробные идеалы Дедекиндовой области. Связь между группой дробных идеалов Дедекиндовой области и группами дробных идеалов локализации этой Дедекиндовой области относительно всех своих простых идеалов. Значит, так что доказывать я это все не буду. И в конспекте не надейтесь это доказать, найти его там нету. Значит, теперь давайте двойственную решетку определим. Даже не решетку, а двойственный к произвольному модулю мы определим на всякий случай, но использовать его будем только, вот понятие только для решеток. Значит, пусть N это у нас какой-нибудь О-модуль внутри К большого, все внутри К большого. Мы определим двойственный модуль по следующей натурально выглядящей формулы. Это такие элементы нашего поля К. Для любого элемента нашего модуля применение формы следа загоняет применение формы следа к произведению нашего модуля с этим y, произведение всех элементов нашего модуля с этим y загоняет их внутри целых чисел. Значит, итак, вот у нас есть модуль. Если мы возьмем какое-то число из K и помножим его на все элементы этого модуля, внутри K можно же умножать, то если след любого такого произведения у нас целочисленный, то мы считаем, что Y у нас сидит в двойственном модуле. Значит, такое совершенно натурально выглядящее определение. Давайте свойства двойственного модуля тоже сформулируем. Значит, пусть у нас есть две решетки. Тогда, ну, не во всех частях будут фигурировать обе решетки. Обе будут фигурировать только в одном или двух пунктах, я не помню, сейчас увидим. Значит, тогда у нас имеет место следующее свойство двойственности. Если n свободная решетка, как у меня тут закорючка лишняя вышла.
Итак, если N свободная решетка, тогда двоичная решетка порождается двоичным базисом. Значит, где ЕИТа и ФЙОТа – это двоичные друг другу базисы, значит. То есть след ЕИТа и ФЙОТа равен дельта ИОТ. Где дельта ИОТ – это 0, если И не равно ИОТ, и единичка, если равно. Значит, это первое утверждение. Второе утверждение говорит нам, что двойственный модуль к решетке сам есть решетка. Третье утверждение говорит нам, что двойственность – это рефлексивная процедура. Ну, точнее, дважды рефлексивная процедура. То есть, если мы возьмем DO от N и еще раз его считаем минус двойственным, то у нас получится n, с которым мы начали. Утверждение такого рода надо быть осторожным, потому что это не любая операция обладает вот таким вот свойством. Значит, пункт номер 4. Вот где-то единственный пункт, как выяснилось, в котором употребляются обе решетки, определенные в условиях для этой теоремы. А именно, если мы сосчитаем индекс двойственных решеток то мы ожидаемо получим индекс обычных решеток, но взятый в обратном порядке. И, наконец, последнее утверждение этой теоремы говорит, что операция взятие двойственной решетки коммутирует с локализацией. Может быть и нулевым простым идеалом, кстати сказать. Тогда, если мы сначала сосчитаем двойственную решетку, а потом локализуем, то это получится то же самое, что сначала локализовать, а потом уже сосчитать двойственную решетку, но, естественно, над кольцом ОП. Над кольцом О этого сделать не удастся. Над кольцом ОП можно сосчитать, и пункт 5 нашей теоремы показывает, что эти две операции коммутируют. Значит, можно давайте спросить? Я не остановлюсь, потому что вопрос был какой-то. Вот у меня такой вопрос. В третьем пункте индекс D, он что вообще что-то обозначает? Индекс D, естественно, не обозначает ничего. И откуда он здесь взялся, я не знаю. Спасибо. У меня его шпаргалки нету, значит. И, короче говоря, это некая загадка. Мы его сейчас вымараем отсюда. Даже учитывая, что у нас есть ластик, мы его сейчас сотрем. Это, правда, попортило нижний пункт, но его можно остановить. Давайте я на этом остановлюсь, потому что доказательство, мой опыт показывает, что за этим доказательством надо следить очень внимательно, и я лучше начну с него следующую лекцию, тем более, что это не логическая остановка, значит, еще некоторое количество теорем, промежуточных теорем такого сорта у нас последует, поэтому остановиться здесь довольно естественное дело, тем более, что и время у нас кончилось. Значит, я должен перед вами извиниться, но, собственно, вот эту
Ссылку на эту лекцию я не дожидаюсь, пока ее вывесят в YouTube, прямо на Zoom разошлю в ближайшее время, значит, всем слушателям. А вот конспект быстро не берусь предоставить, потому что я эту неделю, значит, я занят на чудовищно утомительном мероприятии, которое находится не в Москве, значит, и, короче говоря, лекции я читать еще могу, а готовить материалы у меня просто не будет времени. Поэтому соответствующий материал может появиться там, условно говоря, в понедельник. Если справлюсь раньше, то справлюсь. Все, всем спасибо. Если нет вопросов, то всего доброго. Извините, а можно вот вопрос? Давайте. Предыдущая лекция записывалась? Предыдущая лекция записывалась, но, значит, тут картина, к сожалению, такая. Бюрократия независимого университета приводит к тому, что я лишен возможности сам вывешивать лекции и даже материалы. Сначала я их еще вывешивал сам, а потом мне сказали, что это непорядок, и вывешивание материалов у меня перехватила Галина Борисовна. При этом Галина Борисовна ведет себя честно, и материалы, когда я посылаю, довольно быстро вывешивает. Не мгновенно, как это делал я, но довольно быстро. А вот человек, который заведует вывешиванием лекции, этот человек страшно загружен, по-видимому, другими делами, и лекции вывешивает медленно, а на этот раз вообще не справился вывесить предыдущую лекцию. Значит, я в начале лекции этой объявил, что я поступлю так, я всем разошлю ссылки прямо на Zoom, как на предыдущую лекцию, так и на эту. И надеюсь, что у вас некоторое время не будет проблем. А там, глядишь, они их в YouTube тоже перевели. Спасибо. Угу. Окей. Всем тогда привет. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.